В Лос-Анджелесе началось расследование в отношении одного из участников поп-группы Backstreet Boys. Ника Картера подозревают в изнасиловании. Кто подал заявление, не уточняется. В феврале одна из американских певиц обратилась в полицию с заявлением о том, что Картер изнасиловал ее 15 лет назад. Музыкант обвинение отверг. По его словам, связь была по взаимному согласию.